В феврале 2020 года в эфире канала НТВ выходил детективный сериал «Горячая точка». Картина получила очень много положительных отзывов и стала одной из самых популярных в начале года. Многих интересует, когда же дата выхода второго сезона. Сериал «Горячая точка» смог поставить несколько рекордов, поэтому, конечно, что создатели задумываются над созданием второго сезона, дата выхода которого пока неизвестна, однако некоторые предположения все-таки есть. На данный момент ведутся разговоры о продолжении сериала. Конечно, дата выхода новых серий неизвестна, однако ожидается, что второй сезон сериала «Горячая точка», а точнее 25-я серия, выйдет осенью 2021 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.